Привет, друзья! Вы на канале Макс Джуниор. Сегодня мы играем в котов. Дворовые разборки. Бедные котики, правда? Нужно найти больше интересных одежек для них. А то куда ни заглянем, все какие-то нарядные, а у нас не очень. Юджин, мальчик мой, что у тебя там над головой? Что это за огонек такой? Я не понял. Давай мы тебя улучшим, навыки будешь сильненьким таким. Что такое, тебе мало? Так давай еще улучшим. Вот, больше нельзя, больше очков нету. Так, Рик. О, бедненькие парни. Да ничего мы не бедненькие, самые нормальные котята. Мяу. Бедненькие, устали, наверное, все. Джеймс, непорядок, вот тебе защиты больше. Не, ну ты реально с ними сюсюкаешься. Это неправильно, так нельзя делать. Нужно брать их и в бой идти, да. Давай, Юджин, хватай. Все забрал. Эй, что у тебя там такое? Какой-то, ты что, космонавт, что ли? Скафандр на себя зацепил. Майкл, давай, вырубай это чучело. Что, хочешь оставить? Да забрал бы у него скафандр, тебе бы пригодился. Так, ну чё мы, рыбу что ли оставлять будем? Майкл, хватай рыбу, оставлять нельзя. Вот, оставим его тут одного, без рыбы. Опана. У вас очки, которые прям мне нужны. Давайте сюда. Не отдаете, да? Ну мы пойдем. Нам не жалко. Рик, Джастин, мне не нравится, что вы бездельничаете. Пока мы тут соседи проверяем. Ой, все спят. Наверное, ночь на дворе. Бедные котики, пришлось разбудить. Лукас, ну что, давай. Да, минус котик. Зато два ключа есть. Но нам нужен этот череп. Так что, Майкл, давай. Чудно. Ого, аж три ключа из двух. Вот это да. Ой, а вы тут все прям банда какая-то стоит. Мы тут у вас рыбку заберем, нормально? Ладно. Пойдем выйдем. Ну ладно. Так, нам нужно 5 черепов. Где же их найти? Черепа? Я думаю, они тут будут. Ой, а их тут нет. Какая жалость. Ну что, Джеймс, смотри, какая рыбка. И прям для тебя. О, этот прям детектив какой-то. Какой котяра. Ой, а упал-то как легко. Опана, звезды. Давай, Лук, схватай звездочки, они нам нужны. Да-да-да, все нам. Сколько рыбы тут разбросано? Для тебя одного слишком много. Надо забрать хоть что-то отсюда. Эй, ты там, а ну-ка не спать. Мы тут у тебя вообще-то рыбку забираем. Ну что? Не получилось отбить, да? Если бы Рик и Джастин не бездельничали, забрали бы всю рыбку оттуда. Ладно, не буду причитать, так и быть. Соседушки, а мы тут вашу рыбку видим. Эй, у тебя там красивый монокль, красивая шапочка, и упал ты тоже красиво. Ключики у нас, а значит, можно идти дальше. Ой, а у тебя тут какие-то современные очки прямо. А упал ты не по-современному. Так, звездочки. Звездочки нам надо собирать. Что такое, все? Какие простенькие соседи были, да? Вот и все. Ну что, ладно, давайте отдохнем. А на этом, пожалуй, все, друзья. Наши котики пошли отдыхать, и вы тоже возьмите с них пример.
Ну и подписаться не забудьте, да, тут очень много всего интересного. Спасибо, что играете вместе с нами, и пока!